Приветствую всех своих подписчиков и гостей канала. Меня зовут Анна, и это мой канал «Волшебные спицы» с Анной. Сегодня у меня первый раз в моей жизни, вообще в моей жизни, мне пришла посылка, от которой я, от которой я даже не знаю, что там. То есть у меня, конечно, мне всегда дарили подарки там на Новый год, на день рождения. Но день рождения — это само собой, ты знаешь, что тебе что-то подарят, да? Вот на Новый год в основном о подарках договариваешься, да? Ну там, например, меня спрашивают, чего бы ты там хотела, да, такое чисто символически. Вот я спрашиваю, да, что такое необходимое. А вот чтобы именно подарок, сюрприз был, у меня такого никогда не было. Я вам вот хочу показать. Вот такая вот большая посылочка мне пришла от замечательной девушки Елена. У Елены есть тоже канал на Ютубе. Мы с ней познакомились на Ютубе. Мы сейчас вместе с ней в совместном проекте, который у нас проходит в группе ВКонтакте. Вот. И Елена на сегодняшний день стала моей такой снегурочкой. И у меня как бы самый настоящий Новый год. Я даже говорю, у меня даже руки трясутся. Вы знаете, посылка пришла. Я вчера, мы с ней общались, я просто так думаю, дай трекер проверю. Я говорю, о, посылка меня ждет, завтра я говорю это, заберу ее. Ну, так как у меня работа разъездного характера, думаю, после работы я заеду, обязательно посылочку возьму. И вот я уже дома почти 2 часа, вот, но я никак не распакую ее. Очень хочется распаковать вместе с вами, именно вот вместе посмотреть и удивиться тому, что там. Вот. Так что я начну распаковывать аккуратненько, тихонечко. Вот, вместе с вами, чтобы, не дай бог, ничего там не повредить. Улыбка не сходит с глаз. Ой, там что-то такое красивенькое, розовенькое. О, розовенькое. Это просто, я уже вижу. Смотрите, что здесь. Какая тут прелесть. Слушайте, ну, Лена, спасибо тебе огромное. Смотрите, как классно тут написано «Thank you». Это такая пряжа. Блин. Газал Бэби Котон. Я с такой пряжи, ну, как бы не с газала, у меня ярнард есть, да. Это полухлопок. Полухлопок я обожаю, просто обожаю. Цвет такой, пыльная роза. Руки трясутся. Леночка, вообще класс, класс. Значит, давайте расскажу, сколько у меня тут. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь моточков. 400 грамм пряжи этой. Можно связать, получается, с 400 грамм полноценное изделие с рукавом 3/4. Потому что полухлопок имеет свойство немножко растягиваться. Вот. И цвет такой классный. Это пыль, ну, для меня это пыльная роза. Вот видите, какой классный цвет. Значит, давайте скажу, что это Газал Бэби Котон, 50 граммовые ваточки, 165 грамм, ой, 165 метров, уже ерунду говорю. А, так, если кому понравился, номер цвета 3444. Ну, Леночка, спасибо. Вот моя красота какая. Конечно же, шоколадка, шоколадка к чайку. Я прям аж боюсь доставать. Так, это у нас что? Ти. Это, наверное, чай. Да. Это чай. Вот, что здесь написано. Все самое лучшее в чае, кофе и не только, чтобы создавать мечты, счастье для себя и своих близких. А, чай мохито даже. Листовой зеленый. Класс какой. Я такой чай не пила, Леночка. Спасибо большое.
Так, мыльцы, наверное, да. Пахнет так приятно. Я даже не, ну тут написано просто от всей души. Вот, я не знаю, это может быть как ручная работа. Лена, ты мне потом расскажешь, что за мыльцы. Вот, для рук, может быть, это для пряжи, так как у нас все дарится для пряжи, в принципе, да? Может быть, и для рук. Ты мне потом скажешь, для чего оно, ладненько? Так, дальше что? Конечно же, здесь кремушек. Кремушек. Немножко пошуршу, куда тут без этого. Так, сейчас немножко все вытащу, чтобы не сильно шуршать. Ну, вообще бомба. Так, что это у нас? Лаванда настоящая. Натуральное эфирное масло. Кстати, я тоже пользуюсь таким маслом. Я, знаете, что делаю? Я капаю на горящую лампу. И очень запах распространяется по всей квартире. Ну, попробуйте. Это вот лаванда, она как успокаивающая. Как раз, когда можно, вот как я сажусь под лампой, вижу, можно капельку капнуть и наслаждаться, вдыхать здоровье и выдыхать счастье. Спасибо, Леночка, большое. Так, кремушек, кремушек. Куда нам без кремушка? Крем для рук. Оранжевый. Меринг. Меринг это, ну как, ну что-то вкусненькое, что-то вкусненькое. Не могу сказать, какой запах, потому что кремушек запечатан. Куда нам? Нам нужно всегда кремушкой. Так, вот здесь. Так, здесь бирочки. Бирочки, наклейки, хендмей. Конечно же, они пригодятся. Вот смотрите, какие классные. Так, это что-то для тоже для ручной работы, я так думаю. Я как бы не знаю, если честно, да, для чего вот это вот. Но я спрошу у Лены, что это. Ну, здесь вот, это, наверное, пришивать. Вот здесь такие. Сейчас я открою. Смотрите, здесь вот такие. Ой, какая прелесть. Блин, лишь бы не испортить. Ой, какая блестюшечка. Смотрите, какая красота. Вот здесь как пуговки, что ли, это использовать? Или просто, наверное, нашивочки такие. Нашивочки, я думаю, что это какие-то нашивочки на... Да, скорее всего, на готовые изделия. Точно, что я туплю. Да, смотрите, какие красивые листочки есть. Вон какие. Тоже вон как приливаются. И желтенькие-желтенькие бабочки. Я думаю, что да, это, наверное, нашивочки, навязанные изделия. Ну, видишь, Лен, я, как я говорю, это вот какие, смотрите, желтенькое. А, руки трясутся. Не обращайте внимания. Вот, смотрите, какая бабочка классная. Спасибо, Леночка. Так, ну, маркировочки, да, маркировочки нам всегда нужны. Вот у меня хоть какого-то другого цвета появились маркировочки, а то у меня вечно да, только одни розовые. Вот они. Вот. А, такие иголочки. У меня таких не было. Это для сшивания, да? Да, это иголочки для сшивания. Так. Ой, это тоже что-то. Так. Это листочки. Это тоже это декорирующие листочки. Это получается. Сейчас я... Можно пошуршу чуть-чуть? Это тоже пришивается, да. Вот, смотрите, какая прелесть. Класс. Я таким никогда не пользовалась. Вот у меня сейчас будет повод попробовать где-то данное все применить. Так. Дальше будем смотреть, что... Блин, Лена! Ой, какая прелесть! Блин, наклеечка тут. Так, сейчас. Это также хлопочек. Леночка, буду открывать, конечно же.
давайте вот так. Рвать не хочу упаковочку, вот так я сделаю. Во, красиво. Все равно будут вскрывать, правильно? Вот, это у нас тоже, я вижу, хлопок. Вот такого замечательного цвета. О, Ализе Мисс. Тоже никогда не вязала так, с такой, первый раз держу в руках. Цвета классные вообще. 100% мастеризованный хлопок это. 50 граммов, 280 метров. Ниточка тоненькая. Вот, но я сейчас научилась немножко ниточку миксовать. И с нее, я так понимаю, что вяжут крючком в основном. Нет, и спицами, смотрите, от двойки до 3,5. Значит, я буду вязать спицами, потому что крючком я это могу, но очень долго. Смотрите, какая красота. Такие два цвета. Классные, да? Вот, у меня получается, такой пряжи у меня тоже не было, никогда не пробовала. Спасибо большое. Так, слушай, ой, кошмар, сколько много всего. Ой, какая прелесть. Это полотенчика. Такой вот тигряша, тигрюш, тигреночек, господи. Вот. Символ Нового года. Так, что у нас? А, ну куда же нам? Блокнотики. Какая прелесть. А, это не блокнотики. Это Новый Завет и Псалтырь. Я обязательно почитаю, Леночка. Обязательно. Спасибо огромное. Евангелие от Анна. Очень интересно. Я такой я не видела. Спасибо большое. То есть ты, как говорится, не только позаботилась о моей, как о моих руках и о моем хобби, еще, как говорится, о моей душе. Спасибо тебе, Леночка, огромное. Очень удивительный подарок это. Спасибо большое. Это у нас получается сейчас. А, это Новый Завет. Старый, кстати, я читала, а вот новый нет. Огромное спасибо, Леночка, тебе. Огромное спасибо. Очень неожиданно, честно. Так, что у нас дальше? Опять пряжа. Лена, ну ты меня вообще разбаловала. Вот реально. Цвета-то какие? Цвета, посмотрите. Я обязательно, я вскрываю. Вот. Смотрите, какая прелесть. Опять это хлопок. Хлопок, да? Да, 100% хлопок. Слушай, такая мигусенькая ниточка. Это фирма у нас Ромашка. А, так, 75 грамм, 320 метров. Тоже можно в одну ниточку вязать. Ну-ка. В одну ниточку, ну я, нет, в одну нет, конечно, но в две вообще будет шикарно. А цвет бирюзовый, цвет мой любимый. Я все люблю зелененькое, вообще все люблю зелененькое. Это у нас фирма, Ромашка от фирмы, фирма, наверное, Комтекс, я так думаю. Предельная ниточка. А, комбинат имени Кирова, да-да-да. Таких моточков у меня раз, два. А можно я вообще все вытащу вот так, девочки? Я очень хочу, чтобы эта вся красота у меня полежала не в упаковочке. Вот, посмотрите, какая прелесть. Ну, просто она еще такая блестящая. Может быть, это мерсеризированный хлопок? Нет, написано 100% хлопок. Слушайте, ну он так блестит классно, посмотрите. Вообще классно. Лен, я себе обязательно свяжу футболочку с этой пряжи. Просто обязательно. Никому не отдам. Вот, давайте вот так положу здесь. Пусть тут будет у меня все эта красота моя. Так, лежать. И вот это я хочу вытащить. Пошуршу, потерпите. Вот, посмотрите, какая прелесть. Вообще просто прелесть. Вот. Так вот. Так вот.
Еще что-то. И еще что-то. Ну, Лена, ну ты мне вообще разбах. На-ка, Калико. На. Лена, ты что, не мысли читаешь? Я так мечтала на-ка, Калико. Не то, что я все время смотрю на эту пряжу. Читала о ней отзывы, что это просто шикарная пряжа. И все, я ее почему-то побаивалась брать. Так, сейчас я ее открою. Потому что там метраж мне казался, ну, толстый. То есть это получается полухлопок же, да, у нас? Сейчас посмотрим. Да, я думаю, что это полухлопок. На-ка, Калико. Ой, они такие классные моточки. Еще и блестящие. Смотрите, какая прелесть. Просто какая, как оно переливается. На-ка, Калико Симли называется эта пряжа. А вот. Здесь получается 100-граммовые моточки. Ой, а какие мягкие 100-граммовые моточки. Значит, в составе здесь у нас 49% хлопка, 2 металлика и акрил. Ну, Лена, полухлопок, ты знаешь, я обожаю полухлопок. Конечно, девочки, это вообще просто класс. Слушай, я даже не знала, что, даже не думала, что эти 100-граммовые моточки, да, не 100 грамм, да, 100 грамм, 240 метров. Слушайте, мне казалось, что нитка такая полная, ну, толстая. А нет, такая классная нитка. И вот этот граммаж 240 метров, он мне всегда останавливал. Я боялась покупать эту пряжу. Слушайте, ну она шикарная, просто шикарная. Леночка, ну, огромнейшее тебе спасибо. Просто огромнейшее тебе спасибо. Посмотрите, какая красота. Я вам говорю, что это просто, не знаю, 4 полноценных изделия можно с этого связать. Это просто вообще, Лена, ну, у меня нет слов. Такая вот, блин, молодец. И знакомы, как говорится, недавно, и все. И вот моя Снегурочка в этом году, Леночка, ты. Смотрите, какая прелесть. Вот. Я вам оставлю ссылочку на эту девочку. Заходите к ней на канал. Она тоже молодой блогер. Вот, мы стараемся, поддерживаем друг друга. Ну все, пошла я, все еще раз пощупаю, понюхаю, попробую, помажу. Вот, сейчас чаек еще себе заварю зелененький на ночь, чтобы успокоиться. Все, спасибо, Лен, еще раз тебе огромнейшее. Мне очень было приятно, и ты прям угадала, не знаю, прям из 100% попала... 100%, так можно сказать. Ну все, до следующих подключений, как бы эмоции меня переполняют. Вот, до следующих подключений. Увидимся в следующих видео. И обязательно из каждого этого, как сказать, ниточки, из каждого этого, ну, сделаю какое-либо изделие и обязательно поделюсь со своим зрителем, что у меня получилось. Вот, ну все, всем пока-пока, всех с наступающим, вот, и хочу еще сказать, что у меня будет небольшой перерыв на канале, потому что я буду в дороге, вот, не теряйте меня, может быть, еще несколько подключений я успею сделать, а потом уже, возможно, после Нового года только, но я все равно с вами, душой, так что всех с наступающим. Моя Снегурочка уже ко мне пришла. Вот, вот так вот. Всем желаю таких Снегурочек и таких Дедов Морозов, которые бы исполняли ваши заветные мечты и желания. Ну, всем пока-пока.